Заказали кресло для кормления для ребенка. Посмотрим, что оно из себя представляет. Стоило 40 евро. Считается 2 в одном. На кресло. Мягкое. Это у нас ножки. Так, с этой детали. Такие детали. Сам столик. Такой увесистый. Ну и само кресло вот такое. Ну что, складываем. Система такова, что сначала мы продеваем сюда вот эти и тогда туда. Кстати, оно такое, как под кожу. Ну, не настоящая, конечно, кожа, но такого плана. Вот одеваем. Сейчас вденем эти штукенции. Так, сидушку мы натянули. Вот так она открывается. Чик-чик. И также должна защелкиваться. Вот так вот. Это все можно будет подтягивать. Ребенок может сидеть. И также мы можем удобно, если не надо ее снять, сполоснуть, помыть. Ну что, дальше ноги. Ноги дальше. И вот они просто сюда вдеваются. Видите, эти защелки вот такие. И просто вот так, чик. И так все четыре ноги мы делаем. Когда ножки одели, на них идут вот такие ботиночки. Видите, они такие тут как резиновые, они не скользят. И они просто как бы одеваются вот так, таким образом будут. Дальше вот одеваем вот эти палки. Видите, это будет сдерживающе то, что типа будет их вместе держать. Вот на эти тоже защелочки. Вот клик одна есть. Думаю, что разницы нету, какой стороной что. Инструкция, да, кстати, только на польском, на польском и на английском больше нету. И такая инструкция, сейчас я вам покажу, чтобы вы понимали. Понимай, как хочешь. Ну, в принципе, логично, думаю, можно все понять. И остальные две ножки тоже так же само. Ну и тут, видите, просто тоже дырочки в этих местах, просто эти палки сюда засовываем. Ну вот так он выглядит. И сейчас мы туда еще такую, как место, куда что-то положить. Вот такая сумочка еще идет вниз. Такая сумочка, что-то положить, не знаю, игрушки, еще что-то. Ну и последняя ложа, верхушку, столешница. И видите, нажимаем, и тут эти вот ходят язычки. То есть ее вот сюда просто вставляем. И вот так. И можем тоже поближе, подальше отодвигать. Таким вот образом, видите. И самое прикольное, что вот эта верхняя часть, она тоже снимается. Тут, если тут, как говорится, еды накидали, можем снять, промыть. Ну или это тоже потом снимаем, если надо. И также вот она, знаете, нажимает, ходит. Ну, вот такое кресло. Кстати, оно еще должно складываться. Сейчас посмотрим. Чтобы его сложить, если он мешает где-то, просто надо вот оттянуть так и вниз. То есть, видите, он складывается более компактно. И также обратно подняли и просто вдавили внутрь. Ну, как долго эта конструкция, конечно, насколько это все будет храниться, длиться, не знаю. Ну, такое за 40 евро креслица. Креслица. Ребенок сидит и кушает. Так что всем пока.